Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Миго, и сегодня у нас в стартуете еще одна новая рубрика на канале, где я буду оценивать каналы своих подписчиков. В принципе, рубрика вообще в мире достаточно популярная, я думаю, почему бы не сделать так же, причем озарение пришло ко мне ночью, знаете, в 3 часа ночи, когда не можешь уснуть, такой хренак, а почему бы не заснять оценку подписчиков, интересненько даже. В общем, действительно, рубрика будет основываться на том, что я буду оценивать каналы подписчиков. Сразу вы можете под каждым этим видео писать в комментариях, чей канал оценить. Но оценивать я буду рандомно. Я вам скажу честно. Будут попадать 2 или 3 канала каждый раз в каждый ролик, которые будут выбираться рандомно. Поэтому, если кого-то я не оценю в каком-то видео, ждите, найдитесь. Но ни в коем случае не обижайтесь, что я вот, мол, вас проигнорил и так далее. Потому что выбирал не я, выбирать будет рандомайзер. Частота выходов ролика будет зависеть от вашей активности, потому что как только набирается 10 лайков, я выпускаю следующую часть. Ну и так как это пилотный выпуск, скажем так, нулевой даже, то сегодня я, просто чтобы вам показать, как это все будет выглядеть, да, в будущем, как я буду оценить, возможно, ваш канал в следующем видео, я вот сейчас вам наглядно это покажу на тех каналах, которые я выбрал. Но не то, что на тех каналах, а на каналах своих друзей. Давайте сделаем так. Ну вот, например, Мисс Шоу, канал моего друга, который особо не снимает, кстати, видео. Но сейчас он просто собирал компьютер, собирает сейчас вот монитор, микрофон и так далее. Короче, приводит все в максимальный порядок. Все делает максимально круто. В общем, 46 подписчиков о канале. Да, я делал не самые топовые видосы, но я к этому стремлюсь. Подпишись на меня, и ты очень сильно меня смотивируешь. Ну, я об этом и говорил. Он начал стримить вместе со мной и Фантомом на те самые новогодние праздники, когда мы все залипали в КРМП. Вот они, два стрима у него тут есть. Просто в шоке. Радмирчик, это мое все. Кто вот он знал или тогда, да, что вот буквально через. Самый прикол в том, что диспетчер несколько минут, дней и так далее, его просто оберут до нитки, он пропукает там пол лям или что-то в этом районе. Задача даже не открывается. Поверх этажа. Да. Нет, просто с картинкой все. Видео, в принципе, качество хорошее. 1080p 60 FPS, это сейчас стандарт для Ютуба. Для современного. Картинка какие-то шикарные. Блин. Звук хороший. Сейчас поеду, говорю. Сейчас поедем. Да, еще бабок еще наберу, а. Поедем в казик. Такой. Вот эти шарики сейчас. Ну, я олень еще. Я просто тихо слушаю, поэтому нормально. А так, если погромче, то звук остается нормальным. Все хорошо, в принципе. Как бы 130 просмотров. Здесь еще один стрим. И вот его единственное видео на этом канале пока что. Это... Вот со всех тех стримов он насобирал моментики. Вот, он зашел, пропердолит сейчас все, да? Угадал? О, это я там. Тысяч никто не присоединяется, мне страшно. Давай я к тебе присоединюсь. Нет, тогда это получается, я у тебя бабки забрал. А я не хочу никому бабки возвращать, если я выиграю. Хотя, если не выиграешь... Звук у меня говно, просто потому что, я не знаю, ну вот такой у меня звук в Дискорде, я с друзьями общаюсь через свою веб-камеру, кстати, на которую, это причем скоро выйдет обзорчик, ждите, следующее видео это будет обзор вебки, это я вам гарантирую. Проспойлерил, ничего страшного, в общем, ну просто в Дискорде такая хрень творится, что микрофон, вот он у меня основной, на который записываю все видосы, большинство, точнее, там, игровых, да, вот он, микрофон у меня. Если я в Дискорде и говорю с друзьями, естественно, я всегда выкручиваю наушники, громкость на полную. И друзья слышат себя у меня в наушниках. И, естественно, это некомфортно, и поэтому я решил через вебку. И поэтому такое качество звука. Ну, естественно, со стрима, поэтому тоже. 1080p, 60 FPS и так далее. Страшно, страшно, 7-7 выпало. На двоечке, моя любимая двоечка. Да пошли вы нахер, я просто не играю в это казино, я срал.
Все, он срал все бабки, 400 тысяч просрал. Это я помню, как он бомбил страшно. Это было дело, да. Что-то с казино я ни разу не слил, поднял 2к. Да где вы это берете? Все, я слил все бабки. Во, самый шикарный момент для меня так в этом видео. Что это? Вытолкни мою машину, алло. Вытолкни мою машину с рельс. Быстрее, если поезд едет! Лучший. Просто момент лучший. Егош! Что происходит? Самое интересное, у него вообще ХП просто минимальное. Не, ну это реально угарно. Это вот у него шикарные видосы, в принципе, очень крутые. Как бы оформление тоже суперское прям. Его вот это, так скажем, полумультяшное, что он так любит, в принципе. Он любит всякие мультики и так далее. Поэтому обязательно заходите и подписывайтесь. Я ссылочку на всех тех, кого сегодня буду оценивать, я оставлю в описании. Просто я очень хочу, чтобы вы моим друзьям тоже сделали небольшой подарочек и оформили на них свои подписочки и, в принципе, смотрели их. Вот, давайте добьем Мисту 50 подписчиков. Я думаю, он будет только рад. Следующий канал, Super Brothers, тоже тот самый Мист, скажем так, снимает здесь только на пару со своим братом. И вдвоем вы их у меня на канале уже не раз видели. В общем, один из подписчиков. Ну, просмотры, в принципе, неплохие, но учитывая, как они раз в полгода снимают. Ладно, шучу, раз в месяц на самом деле. Вот, а так, в принципе, неплохо очень даже. Оформление здоровское. Только, правда, черные полосочки тут есть. Вот они внизу, например, черная полоска. Сверху не очень видно, потому что у меня темная тема. А так, вот внизу полосочки. А так, в принципе, придраться не к чему. Прикольная шапка, прикольная аватарка. Типа как Супер Марио, так и Супер Бразер, типа они тут вдвоем. Ну вот, в общем, ну, видео мало, но плейлисты уже есть, это замечательно. О канале. Привет, спасибо, что зашел на наш канал, тут очень весело, оставайся. Мы два брата создали канал, на котором стримим и проходим разные игры. Тут очень много веселого, подписывайся. Канал они тоже создали очень недавно, 28 декабря 2019 года. И прям в новогоднюю ночь, по-моему, за полчаса или минут за 10 до нового 2020 года, то есть, по-моему, в 23.40 или 23.45 у них выходит первое видео на канале, где они вместе со мной начинали играть на GTA 5 RP. Олежа. И какой-то сзади бомжара под названием Джордж. Поехали, Джордж. Свинка Пеппа, Джордж. Ребята, также напомню вам, что эта серия выйдет и также, наверное, и у меня на канале, поэтому обязательно залетайте туда. Да, обязательно переходите. Кстати говоря, она реально у меня тогда вышла. Я прям сидел, просто новогоднюю ночь там выпили, тролливали, да, отметили, встретили обращение президента и так далее. И я потом сидел часов до 2-3 ночи, монтировал в ту новогоднюю ночь, чтобы на следующий день выложить видос. Тоже 1080p 60fps, очень плавная картинка, все с этим хорошо, качество тоже очень хорошее. Есть описание, это круто. Ссылка на меня даже есть, приятно. Но правда вот категорию здесь стоит ставить не люди и блоги, а все-таки видеоигры, и здесь надо было поставить GTA 5, и было бы вообще шикарно. Так, что у нас по тегам? Теги у нас все плохо. Раз показывает 8.4 из 100, это очень-очень плохо, ну да. Теги, конечно, не прописываются от слова совсем. Я видел даже у них последнее видео по Майнкрафту, там тоже не прописывается. Ну да. Самп, КРМП, GTA 5 Online, GTA 5 RP. Достаточно популярные теги. Но их слишком мало для того, чтобы попытаться вылететь на них. Ну давайте последний видос-то посмотрим еще. Выживание в Майнкрафт. Как они мне сами говорили, в частности говорил Мист, он монтировал видео. Он просто заколебался монтировать, потому что ему надо было накладывать два изображения сразу. Сегодня мы поиграем в Minecraft. Как бы это странно не звучало, но... Они скачали себе еще репак. Собственно, да. Почему бы и нет? С улучшенную графику поставили и так далее. Да, вот шейдеры. Не, реально, я дико охренел. Я думал, это не Minecraft, а GTA 5 какая-то, только просто здесь что-то делают все квадратное, как в Майнкрафте. Тоже 1080p 60 fps, тоже все шикарно, качество очень хорошее. Тегов нет, я им это говорил. Тегов вообще нет, кто-то забыл прописать их. Всем здорово, в первую очередь очень хочется извиниться за долгое отсутствие, но больше такого не повторится не должно. Ну, я надеюсь, потому что карантин все-таки, поэтому надо пилить. Как раз карантин, можем занять канал, вот о чем я говорил. А теперь о самом видео. Мы начали играть в Майнкрафт, думаем, это не последняя серия по Майнкрафту, и, конечно же, если вам зайдет. Кто-нибудь смотрел, приятного просмотра, кто посмотрел, оставьте свое мнение в комментариях. И, естественно, тут только я их смотрю, по большей части.
Не, ну видео реально крутые. Видео очень топовые, просто вот он сколько, часа 4 или 5 мист монтировал. Именно вот чтобы вот тут, смотрите. Тут и вот это было еще. Я люблю свинок. Ой, я этот каньон нашел. Вот эти штучки, кстати, классные. Я вчера тоже вместе с Асан-каналом подписчиков засыпаю и думал, что вот такую хреначу себе надо тоже поставить, типа, чтобы всплывающий был там про лайк, про подписочку. Кстати говоря, ребята, подписочку и быстро лайк на меня сейчас оформили, да? Я это, на это надеюсь. На Super Brothers тоже подписочку оформите, потому что, думаю, им тоже будет приятно, если у них будет хотя бы, ну, подписчиков 20. Поэтому оформите. Ну и еще один мой друг, Phantom TM. Тоже начинал он снимать так, примерно вместе со всеми. То есть стримы по Радмиру были в новогодние каникулы. Я думаю, это очень даже круто. 190 подписчиков он набрал. Прям обалдеть как много. И именно благодаря ему я создал сейчас второй канал, который за месяц его быстренько перегнал. Поэтому, если бы не он, я думаю, моего FIFA канала не было бы, скорее всего. Ну, тут, да, одни сплошные стримы. Изначально был он нарезка по For Honor. А так мы просиживали все штаны в то время чисто в казино, в КРМП. Пока нас, естественно, не раздели до нитки. Ну и смотрите, по просмотрам это прям шикарно. Видосик, вот, например, один есть, лучший момент со стрима, есть нарезка по For Honor. Ну а все остальное это, да, действительно стримы. Давайте зайдем, например, на последний стрим по Каевски, например. Кто на фейсит, Миша мне пишет, а? Кто? Ну, то есть, сами понимаете, тоже звук шикарный. У него там что-то установлено, я уже забыл, что он мне говорил, почему такой охранительный звук. Тоже 1080p, 60 FPS. Тоже плавная картинка, все хорошо. Видимо, да. Предсказуемая тварь. В принципе. Ну, звук у него, конечно, не очень, но, в принципе, он подкорректировал немножечко. И, в принципе, более-менее нормально еще жить можно. Я вам не сказал. По оформлению. Оформление классное. Вот это прям выглядит здорово. Ну, аватарка тоже такая. Не то, что стандартная, но, в принципе, нормальная. Типа, это предполагалось, что примерно вот таком все будет. Значит... Описание. Не жматись, поставь лайк, подпишись на канал и тыкни на колокольчик. Мне приятно, тебе не 40. Цель на 2020 год. 50 сабов, 100-150, понимаю. Ну да, регистрация у него давно, но вот я его только в самом конце декабря, где-то числа, вот в последних числах декабря увидел, что он стримит и решил ему помочь. И вот с этого момента мы начали вдвоем стримить, потом присоединился Мист и понеслась родная. В КРМП заседали где-то полмесяца еще примерно. Так что тоже оформите на него подписочку, давайте добьем ему 200 подписчиков, ему будет, я думаю, очень приятно, и может быть он вернется за запись, потому что видео не было 2 месяца. Но если вы понатыкаете ему очень много подписочек, то я думаю, в принципе, я его тогда лично уговорю вернуться. Вот если вы поставите здесь ему много лайков, и если вы оформите на него 200 подписчиков, если вы добьете ему 200 подписчиков, я лично... Так как мы с ним общаемся каждый день, играя в игры, я лично буду его уговаривать, чтобы он вернулся и пилил еще стримы. Только уже на этот раз по GTA 5 Online, в котором мы сейчас рубимся уже четвертый день, который бесплатно уже дают. Ну, в общем, все. На прощание покажу вам свой канал. На который вы тоже, в принципе, должны оформить подписочку, если вы, конечно, очень хорошие люди. В общем, обязательно поставьте лайк, кому понравилась эта рубрика. Пишите в комментариях, кого оценивать в следующем видео. Я имел в виду, естественно, себя же. То есть, тот, кто сейчас смотрит это видео, то напишите в комментариях, типа, оцени меня и так далее. Я тогда в следующем видео рандомайзером, повторяю еще раз, выберу, кого оценивать. Уговор, уговор. Значит, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. С вами был Миго. До скорой встречи и пока-пока.